В детском оздоровительном лагере «Северный Артек» в бывшем санатории «Лесная поляна» прошла тренировочная пожарная эвакуация. Сюда приезжают ребята со всей области. План мероприятия ориентирован на молодежь любого возраста. Поэтому каждый день начинается у нас с линейки, где мы все вместе здороваемся, подводим итоги, строим план на день, объявляем лучших, вручаем у нас пень с топором, лучшие отряду за чистоту. Внеплановым мероприятием для отдыхающих стала тренировочная пожарная эвакуация. Согласно легенде, возгорание произошло на втором этаже спального корпуса. На эвакуацию 58 воспитанников лагеря потребовалось всего 4 минуты и 20 секунд. Воспитатели выводили детей из комнат через запасные выходы, а со второго этажа по наружной металлической лестнице. После детям рассказали об оборудовании, которое используется огнеборцами при тушении возгораний, и продемонстрировали принцип работы пожарного гидранта.